Друзья, всем привет! На стриме Пелюжа второй ролик, но я не могу пройти мимо 6000 кубков, сейчас апну. Будет новый рубеж 6000 кубков, вот эта лига, такая фиолетовая, как мне она, знаете, как 6400 напоминает с рояля. Плюс вот этот мега ящик я открою. Но мне, к сожалению, уже все юниты выбиты, поэтому вот я его хотел взять 6к и думал воробушка с него выбью. Но так уже у меня воробушек есть. Вот, мы играем все тем же, по той же стратегии, подбираются нубы. Пока что, может это связано с релизом, не знаю. Короче, неважно. Прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. И по ссылочке в описании вы найдете мой второй канал, где будет, у меня проходят стримы. Я готов. Поехали, пацаны, в бой. Со мной, кстати, сейчас в Дискорде Арти, Кот, вот. Нет, всем привет! Подожди. Кто отменил? Пролагает. О, все. Ты, кстати, покажи лог боев после этого боя, что мы, типа, все выигрывали. Да, там. покажу. А, вот. 6000. Ну, на самом деле, просто Ваня читами воспользовался, так что кидайте ему репорт. Ребята, кубки поднимать сейчас вообще стало легко, я не знаю. Ну, раньше такого подбора не было. Это, наверное, связано с релизом. Пользуйтесь, пока это работает. Это просто кайф, пацаны. Это просто кайф. Не знаю, я так легко кубки не поднимал уже. Ну, я... Лять, что они делают? Они просто уходят на свою базу, и мне даже их особо не жали. Они сами и вы посмотрите, ребята, серьезно? У Кольта еще пассивка есть. А он точно где-то кубков 200-300 может. Я вам сейчас покажу профиль этих чуваков. Ладно, профиль, и объясню, с чем это можно сравнить. Это можно сравнить с 13 уровнем в Clash Royale, с 13 элитками на 3000 кубков. Да? Так примерно? Блять, чуть-чуть не добил. А ульта-то была. Вы видели, да? Вы видели это? Это движение его. Он такой рыпнулся и сразу отъехал, сразу в бороду ему. Реально смешно было, получилось так забавно. Почему-то подлагивает только в этом что-то. Не, нормально все. Так. Тут. Ой. Тут. Ну тут я просто особо и не стараюсь. Чуть-чуть аккуратнее. Так, уже 10 кемов, считай, что. Да? У нас никакой тактики нету. Мы не распределили фланги. Мы не... Да, вообще не у нас нету мидера. У нас никого. Мы просто так играем. Просто, знаете, вот... 6000 кубков, да давай, окей, сейчас поднимем, чё. Капец, тут Колт пошел на свою базу и стоит, я не понимаю его, что он делает. Я помогаю тебе. Я проиграл, в смысле, а чё вы проигрываете? Кто проигрывает? Точно. Все под контролем. Да. Реально, Кольт фуловый, он где-то кубков 200. Сейчас я покажу профиль. Я вообще не... Нет, у него не 200 кубков, у него 150 где-то, мне кажется. Серьезно. Да, где-то так. Даже еще меньше. 170 где-то, не, ну. 140. Ну, просто я видел, что он просто стоял, ничего не делал на базе. Теперь сейчас смотрите, покажу, смотрите сейчас профиль, ребят, чекайте. Сейчас я вам покажу лог поединка. Сейчас покажу, секундочку. Смотрите. В смысле? У всех 10 уровень? Смотрите, у него Кольт. У него Шелли 10 с пассивкой. У него Кольт 10 с пассивкой. Хотя кубка у него 3800. Я сейчас покажу другого. Сейчас покажу где-то. А, вот. Вот, смотрите, вот профиль. Человек, смотрите, у него 10-й бо, 180 кубков, в профиле у него 900 трофеев. Я сделаю скрин просто. Это настолько рак. Я вам серьезно говорю, это то же самое, что 13-й элитки, 13-й уровень на... На 4к, то еще меньше. Не, это должно на 3000. Да, блин, у него 900 кубков в профиле, Карл. Так смотри, и подбирать по нижнему рубежу, получается. Да, подбирать не по верхнему рубежу. То есть, если у вас слабый, слабый тиммейт в тиме, подбирает по нижнему рубежу такого же. Возможно, не перепутали, типа, не по сильному, по слабому. Нажимай бой, мы ждем. Чем мы ждем? Не-не-не, на 500 кубков так же не работает. Это сейчас последний бой. 500 нет. Это сейчас последний бой, и у меня 6000 трофеев. 6000 трофеев. Так что, давайте, поставьте лайк, чтобы мы не проиграли. Вы видите, как сложно сейчас... Ой, смотри вообще. Пайпер, подходи поближе. Ладно. Трэш просто. Она смотри, Тара просто пошла хилиться на базу в целом хп. Просто смотри, просто под. Это блин, жесть просто. Охренеть. Слушай, Ваня, там ссылочки на нас не будет, да? Да вряд ли вы найдете. Ну, я могу так сказать, каналы Арти и Бравлер Коти. Если найдете, окей. Не найдете, значит, не сильно вам нужны эти каналы. Ссылки, увы, нет. Да, друзья, Бравлер Коти, запомните. Арти Бравл Старс. В смысле, ты Бравл Старс добавил? Просто по Арти хреново ищет. А, да-да-да, я знаю, такая тема есть. Там, если есть такие каналы Арти, то будет выбивать... Просто Арти 200к есть.
его выдавать. Так понятно, ты плагиат еще. Тогда отписка, дизлайк. Вообще. Да не, у него на английском, у меня на русском. Подписывайтесь от него, подписывайтесь на Бравлер Коти. Ребят, такое ощущение, что я, не знаю, играю на твинке, посмотрите просто. Я не знаю, я 6 кругов. А мы что попало творим, посмотри, мы сливаем вообще. Мы вообще. По-жесткому. Ну, посмотрите, давай не... Мне интересно, да это не мы, что попало, посмотрите, что они творят. Они тупо идут в одну точку все втроем. Они тупо вот так вот, они твердолобые такие, тупо топорно идут в одну точку. На автоатаке играть. Да какие автоатаки они не делают? Не в автоатаке дело. Они просто идут, они просто идут, они просто мясо. Итак, пока у вас есть такая возможность, блин, юзайте это. Во-первых, Брок у меня 300 кубков. Тихо. И, пацаны, барабанная дробь. Давай, ну... А чё так некрасиво? 6000 кубков. Итак, мега ящик. А, хочу выбить воробушка. Сейчас поехали. В смысле, воробушка у тебя есть? Ну, чтобы прокачать. Так, Леончик. Леончик, я первым уровнем буду катать. Я уже брос 2 перса. Кроме пассивок, что тебе вообще еще делать, а? Вообще круто. У меня твинки, я буду на твинке. Так, давайте возьму кого-то другого. А, вот, кольта возьму, сейчас буду вообще просто, лица будут вот так вот, налево-направо, поехали. 6 тысяч кубков, надо чуть-чуть дальше. Спасибо, спасибо, меня сейчас в чате поздравляют, огромное спасибо всем. Подписчики меня сейчас просто на стриме еще смотрят, я забыл, что я стрим у меня идет. Ребят, если тоже хотите быть на стриме, я каждый день стримлю Brawl Stars. В описании есть ссылка на канал, вечером приходите, нажимайте на колокольчик, может просто вам уведомление не прийти, вы не знали, что у меня стрим был, вы подписаны были. Если нажали на колокольчик и не пришло уведомление, перенажмите на колокольчик. Потому что, ну, YouTube, он, знаете, тут надо все способы подрубать. Капец, я даже не думал, что ты еще стримишь. Капец. Я сам забыл. А меня в чате поздравляю, поздравляю, холдик. Тут что-то уже помощнее, блин, пролезет. Да это ты, да. Да какой, ты просто взял и стал под эту фигню. Да-да. Ну ладно, он уже думает, что... Я снова, походу, 200 кубков на Барлей. Он думает, что он непробиваемый, короче. Ну тут Нита вообще нубас какой-то, вы посмотрите на Ниту. О, хорош, всю стенку. Классная ульта? Ты наконец-то буду... Да. Слушай, мне кажется, что мы тут немножко расслабились. Да-да. Да. Да не, мы и так были расслаблены, что ты начинаешь. Ну да, кстати, я не напрягался вообще абсолютно. Господи, что за... Да ну нет. Что за бред? Подождите, надо сгруппироваться. Давайте. Капец, слушайте, тут Барлей нормально так играет. Барлей, так я же говорю, Барлей, блин, выносит. Жесть, да ладно, мы проиграли. Да нет, ну. Еще нет. Хорош. Есть шанс. Есть, конечно, есть. Если что, Барлей с пассивкой. Да, спасибо, считаешь. Я иду, забираю. Все, отходим. Давай нормально сейчас. Пацаны, на ну вы же... Ой, упал, вы же на видос, надо кто пойти. Смотрите, вы увидели, да, кто затащил только что Тиму? Тупо одного, второго, блин. Вот так вот. Ой-ой-ой. Все, поехали. Отыграли. Все. Не, ну мы вообще расслабились, блин. Это ё-моё, подберите. А мы просто уже привыкли с нобами играть, поэтому фигню куда творим и думаем, что типа выиграем. Единственное, кто тащил, это Барлей. Мне кажется, ну, хотя, нет. Сейчас посмотрим по кубкам. Да. Лол. Ваня слился как раз. Все нормально. Так. Ща, все будет. Опа, брынь. Хорошо. Чё-то прям ебало во все стороны не улетают. А чё, откуда у них 7 банок, лол? Так разница, уже всё. Не, я просто думал, сейчас они тоже нафармят. Так, давай посмотрим. Ну да, тут уже помощнее чуть-чуть, но все равно, блин. С 10 уровнем, с пассивкой, между прочим. Я даже не видел, что у него пассивка. Да я же говорил сразу. А, да, пассивка, я тоже заговорил. 300 кубков, господи, блядь, какие нубы, вообще жесть. Как легко апаться, понимаешь, просто? Надо использовать это время. Идите на канал Бравлер Коти, и там будет видосик. Поехали, последний бой, и, в принципе, все. Давай, ага. Нормально, сегодня Спайка на 500 кубков поднял. 6000 апнул, Брока на 300. Нормально. А короче, сколько у тебя Брок был, 200? Да не, ну там... Короче, просто там ранг вот этот бирюзовый такой становится. Уже такое чувство, как... А, ну сейчас на 300, а был он на 340 раньше. Блин, да мы все, так не пропускаем. Взяли, и все. Сейчас так, только хилку еще надо будет в угол втулить. Так. Просто. Блин, Артём, ну ё-моё, ну. Да сейчас все будет, смотри, все, я буду под хилкой стоять. Вот Кольт стоял, как только я завязал ульту, сразу он отошел. Все, давай, не подпускаем просто. Да не подпускаем, что ты переживаешь.
Никто никого не подпускает. Капец, они вдвоем. Они бегают все толпой. Тупо сейчас туда ульту зарядить. Да. Колд вообще с ультой это бы мог меня вынести на разы. Так, тут осталось. Он решил просто нас повыносить. Ой, видел, перестрелка какая была. Артис. Ладно. Так, все под контролем. Да кто гемы там ворует наши, а? Я бы не сказал, что у нас все под контролем. Все, смотри, под контролем, видишь, как я мацу. Вы серьезно? Вы сейчас не прикалываетесь? Вы отдали тупо все гемы, я с вас ору. Ну ты же затащишь. Я? Угу. Конечно, сразу. Да, Ваня ж умеет тащить, как всегда. Так что поставьте за его нагибчик. Что это за аптека? Да это мисклик был. Да вы что прикалываетесь? Ладно, все. Да нормально. Слушай, они играют, как будто что-то умеют. Чё это ему позволяем мы? Нормально, ульта. Пока, Вань. Пока. Ой. Да, Арти, уйди, ну блин, ну чё ты на них идёшь, я не понимаю. Коль, всё нормально, тачка. Всё, хорош, 10. Я иду просто сейчас, не даём им кристалл собрать. Да успокойся, господи, что там ты даёшь, не даёшь? Тут на изи вообще. А, хотя у них тоже, кстати, смотри, да, я забыл. Я жару, типа, просто... Кристалл. О, 9, все, стопе. Иди нафиг. Вот так, отлично. Вот так вот, все просто нормально. В конце так, бац. Все, пацаны, вот такой вот получился выпуск. Холдик за 2 месяца уже взял 6000 кубков, поднял спайка на 500 трофеев. Какой у меня левел? У меня... Седьмой, сейчас посмотрим. 80-й. 80-й, уже? Нет, еще нет, там 78-й какой-то. Как посмотреть, я не знаю. 80-й ровно. Да ладно, я могу сменить эту? Ты в дорожку событий перейди и... Да, и там в самом леву. Леву, блин. Там же есть сейчас специальная кнопочка. Сейчас захожу. Дорожка. Кнопочка где? И кнопочка. Видишь сверху там? Желтый подсвечивается. А, вот, 80-й. Я могу вот эту аватарочку поставить, но она не очень. Поэтому Леона поставлю. Все, пацаны, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на основной канал, на канал для стримов. На этих додиков тоже подписывайтесь. Всем хорошего настроения. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока. Пока.